Ребята, пойдемте посмотрим замок фей. Вот какой он красивый. Территория тоже большая. Пойдемте походим. Самые лучшие кадры получаются здесь, сидя на этих вот креслах. Металлические кресла с подушками, чтобы мягко было. Возле тыкв. Мы же понимаем, что недавно был Хэллоуин. И везде тыквы, тыквы, тыквы украшены. Здесь есть одна комната, куда можно зайти внутрь. Очень красиво. Здесь сделали. Я так понимаю, что это будет отель. Номера здесь. Можно будет снять. Здесь будет спальня. Здесь будет как уборочная. Ремонт только идет здесь еще. Ну, я буду напротив, уже, наверное, здесь, в таком прекрасном месте, и на сене можно переночевать. Такие дверцы, точно как феи, как Властелин колец. Очень красиво. Здесь даже есть наверх можно подняться, панорамный вид. Я покажу. Заодно залезем наверх. Вот такой вид отсюда. Пойдемте вам покажу. Там, конечно, ресторана пока раз нету. А есть кафешечки, где можно горячие напитки выпить. Вот там классные столики. Сейчас посмотрите. Вот здесь, видите, такая кафешечка. Где можно взять себе кофе, чай, капучино, горячий шоколад. И посидеть. Вот за такими столиками. Это может быть тена, это может быть пенек. Подушечки поставили, и вот вам столик. Даже собака здесь спит. Устала. Детей было очень много. Вот видите, какая красота. Сидите, пьете кофе и любуетесь вот таким видом. А? Не сказка? Можно подумать, что это в каких-то фильмах. Здесь можно, если вы хотите в одиночестве посидеть, или романтика, можно лавочку вот так вот посидеть возле ручейка, возле речки. А что интересно, мне понравилось, ну я вижу так, что это осьминожек. Сейчас вам покажу. Вот видите, как коряга в виде осьминога. Это Румыния, ребята. Это Румыния. Это клад. Здесь очень красиво, живописно. Я пока раз с вами на время прощаюсь. Но до новых встреч!